Привет! Смотрите, что написано в книге. От плода уст человека наполняется чрево его. Произведением уст своих он насыщается. От плода уст человека наполняется чрево его. Произведением уст своих он насыщается. Напрямую имеет отношение к нам. Это истина. Это к любому человеку относится, неважно, каким способом он зарабатывает деньги. Руками, ногами, головой, устами, в поле пашет. Написано «от плода уст человек». Уста, язык, то, что мы произносим, имеет колоссальное значение для успеха в нашей жизни. Да? Если вы не знали. Я здесь на этом блоге много раз высказывался на эту тему. А для сетевиков, для тех, кто занимается продажами, а мы торгуем, мы продаем, мы должны рассказывать своим потенциальным клиентам и потенциальным дистрибьюторам о наших продуктах и о нашем бизнесе, то в зависимости от того, что выдает, какие произведения уст выдает наш язык, так мы и питаемся. Той мы и имеем в кошельке. Если мы говорим фигню, то мы и с пустым брюхом и ходим. Если мы говорим правильные вещи, то у нас наполняется чрево. И произведением уст мы насыщаемся. Самая большая ошибка, самая колоссальная, самая страшная, самая фатальная для нашего бизнеса – это многословие. Вот весь мой опыт говорит, это многословие. Многословие имеет корни слабость, неуверенность, неумение, незнание, страх, неопытность. Это многословие. Сильный, опытный, знающий человек краток. Краткость – сестра таланта. Обычный дистрибьютор начинает свой рассказ потенциальному кандидату и ведет его, как собачья песня, долго, нудно, изнурительно, в деталях, боясь назвать цену, боясь назвать компанию, боясь назвать условия входа, ожидая, что человек, слушающий его, сам скажет, ну давай, говори мне. А иногда человеку, со мной так было, во всяком случае, на начальном этапе, я человеку рассказываю что-то о продуктах, намекая о том, что наши продукты тебе помогут. Он говорит, подожди, я не понял, ты что, мне хочешь что-нибудь продать, что ли? Ты что, пришел торговать здесь, продавать мне? Нет, 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 я просто рассказываю тебе, нет. От чего это? От страха, от неуверенности. А откуда он берется? От неопытности. А неопытность откуда берется? От отсутствия опыта. А почему нет опыта? Потому что мы молчим. А почему мы молчим? Потому что страшно. Получается замкнутый круг. Потому что мы говорим неправильные вещи. А неправильные вещи мы говорим, мы натыкаемся на негативную реакцию, нас отбрасывает назад, и мы в оцепенении молчим. Вот и все. Для того, чтобы начать, нужно понять элементарные вещи. Что надо говорить, вызубрить это наизусть, и большому количеству людей начать это произносить. Все. Появится опыт, появится сила, появится уверенность, и тогда твои уста будут выдавать произведения, которые тебя будут насыщать. Элементарно. Обычно что бывает? Долго рассказывается об индустрии. Не-не-не, MLM это не пирамида. Что тут, сетевой бизнес это законный, это не пирамида, нет. Человека не интересует. Он и не знал, что это пирамида. Он и не связывал это, возможно, никак. А большинство уже давным-давно знает, что такое сетевой маркетинг. Поэтому не надо вокруг да около ходить. Название компании. Какой продукт? В двух словах. Человека не интересует, какие компоненты, как он устроен, как все это в компьютере. Не интересует. Каждый из нас был объектом устремлений каких-то дистрибьюторов. Мы слушали их речи. Так почему мы не делаем выводы из того, что нам на собственном опыте приходится ощущать? Когда я слушаю человека, вот то ли он на сайте песни мне поет, ну когда ты, ё-моё, уже начнешь о деле говорить, уже давай, мне интересно, ну говори, сколько стоит, что это такое и что делать.
Нет, будет вот, ах, если ты заинтересован, если ты хочешь наслаждаться жизнью, если ты хочешь иметь Крайслер, если ты хочешь, а если ты хочешь, но ты не можешь, потому что и дальше рассказывается мне, какой я урод. Никого не интересует вся эта фигня сегодня. На сайтах, которые нам рассказывают о подписаниях в интернете, 95% брехни, вранья и обмана. Потому что люди, которые рассказывают нам, сопливые пацаны, которые никогда 3 рубля не заработали. И вот они начинают нас воспитывать от неуверенности, они поют песни. Да ты 2 минуты дай мне информацию, отправь меня на сайт, где я сам буду разбираться. И все. Это стоит столько, да давай деньги начинаем. Можно сразу так. А лучше всего рассказать, отправить на сайт и все. И перебирай, 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 перебирай. Ты получишь опыт, ты получишь навык, ты получишь уверенность. Твои уста будут выдавать произведения, которые начнут работать. Нет, 4 часа он будет мочить какого-то несчастного, который тебя уже на 20-й минуте ненавидит. На 30-й минуте он уже готов сдаться и куда-нибудь хоть отдать тебе деньги, лишь бы ты отстал от него. От плода уст насыщается чрево. Если мы не научимся говорить правильные вещи, много правильных вещей, даже никто пусть не рассчитывает. Все это останется фигней. Что и как говорить? Тренинг будет здесь, специальный, 3-часовой тренинг, который просто все вам перевернет. Просто перевернет в голове. Он будет подходить для любой индустрии, для любой компании. Потому что там фундаментальные основы. Применяй их, и у тебя начнется. Твои уста будут давать тебе хороший плод, который будет тебя насыщать. Удачи с Богом!